Привет, девчонки, быстро пробежимся по ценам. Тушь для ресниц с мерцающими синими частичками. Но их видно только, когда вы на солнышке, под какими-то лучами. Вот, тогда вот эти искринки видно. Специально смягчающее средство с маслами. Здесь смородины, по-моему, и облепихи. Ну, посмотрим. Значит, 95% натуральный состав. Там воски, масла, витамины Е и всякие выжимки из косточек. Вот это классная пена для ванны. Я уже рассказывала, как она пахнет. Крем немножко, а слабее пахнет. Мылка. Так, набор клюквенное блаженство. Тоже классный аромат. Вот считайте, да. Пусть даже крем для душа стоит 150 рублей. Отнимаем, получаем 129 рублей за универсальный крем для лица и тела, тоже с классным ароматом. Пион разобрали, но есть вот такой еще набор. И с грейпфрутом набор, 183 рубля. Мыло и гель для душа. И вот эти вот еще ухаживающие крема для душа и гели. Пожалуйста, 143 рубля за 250 миллилитров. Бутылочки увеличены до стандартных. И с косточкой малины чуть-чуть дороже. Ну, и с чаем и огурчиком 143 рубля. Классный вот этот скраб. Ну, просто прям, как будто бы вы, знаете, такой кислой мармеладкой трете лицо. Хорошо отшелушивает, и маска увлажняющая тоже приятная, холодит, такая интересная. И гранат у нас, мы знаем, разрывает эти связи между мертвыми клетками и обновляет кожу. Вот свербенной как нет, так нет очищающей маски. Уже сколько, я не знаю, полгода. Смягчающий лосьон для интимной гигиены. Тоже от сухости спасает женщин постарше. Или им можно пользоваться, например, как я делаю на салфетке. Немножко пропитали, и он дезодорирует кожу. Очень долго кожа остается свежей, смягченной. И также убирает он запах, если кому-то нужно. Практически до купания, до вечера. Смягчающий крем-гель для интимной гигиены. Там гелюшки у нас есть, а это именно крем-гель. Тоже 199 рублей за 300 миллилитров. Крем для рук с кокосом. У кого потресканные руки, вот у меня у одной знакомой, я ей всегда его сначала дарила, потом еще дарила. В общем, вот так вот восстанавливают сухие руки. Ну, бестселлер, питательный крем для рук и тела. Молоко и мед с божественным ароматом. И большая коробка, из которых мы делаем потом шкатулочки. Сверху бантик. Такой бантик от бантиков делаем. Знаете, как в первый класс ходишь, вот эти вот бантики пришпандерили, и получается шкатулка. Так, увлажняющий крем для рук тоже классный. Муж его очень любит. Ну, как бы, да? Что лучше взять? Но здесь питательный, он жидкий такой, жиденький. А этот будет увлажняющий крем для рук в тюбике. Он питательный такой, густой. Потом, смотрите, для любимых мужчин гели после бритья классные. На подарок можно взять, вот надо думать. Скраб-мармелад, ну, тоже надо подумать. Но тоже классные свойства у него. Так же, как и успокаивающие маски для лица с ягодами Годжи. Вы знаете, она называется успокаивающая, но она как бы... Я не знаю, как это сказать-то. Она не печет, а разогревает кожу, что ли. В общем, интересная штучка. Тоже стоит взять. Обновляющий скраб для лица Pure Skin. Ну, вообще, 230 рублей, ребята, для молодой кожи, для любой кожи, кому для жирной кожи. Пожалуйста, 230 рублей. Сейчас я посмотрела на все тоники лореалевские, там, да, гарниеровские, ну, 500 рублей. Крем для век Royal Velvet, тоже хваленый крем. 559 рублей. И
Если вы берете стик для кожи вокруг глаз, Wound Effect, 519 рублей он вам обходится. Если покупаете дневной крем или там еще ночную маску, разогревающую маску, еще что-то там на сайте, тогда скидка на стик получается 519 рублей, ее стоимость. Против пигментации тоже Optimal серия, там очень много всяких вытяжек из растений. Вот в сыворотке, например, черешневый экстракт и крем против пигментации для кожи вокруг глаз. Что-то у меня глазки потемнели. Так. Шея тоже там, по-моему, 75 миллилитров. В Лореале... Я люблю Лореал тоже. В Лореале такие, знаете, с помпой флакончики. Извините. СМС пришел. Все проснулись. Так, флакончики. Там по 50 миллилитров, в общем. Против воспалений тоже как бы надо попробовать взять что-то. Дочку сыпет в ее переходный период. Сыворотка концентрат с ретинолом тоже в огромной скидке. Там пипеточка такая, желтое вещество, 1247 рублей. Серебристый металлик я вам уже показывала в предыдущем видео. Вообще классненько ложится. Она такими... крапинками, которые выстраиваются в одну линию. Если второй раз уже проведете, будет сплошная серебристая яркая линия, сверкающая, как зеркало. Так, платиновый нюд. Вот эти все помады с металликом в скидочке. 223 рубля. На кремовые нет. Кремовых, то есть скидка есть, как-то самих на складе нет помадок. Ну, а любимые мои тоналочки, увлажняющие, фарфоровые, слоновая кость. Два оттенка: фарфор на зиму, сукость на летний период. 319 рублей вообще. Консилер 199. Кисть 255 для хайлайтеров всяких. Так, пудрочка есть вот в первом оттенке и в третьем. Среднего нет. Матирующий праймер тоже. Нам хорошо подошел. Еще есть у нас и зеленый, и желтый для сияния, и для чего там второй. Но они как бы... А, зеленый какой он там, что он там, маскирующий или какой. Ну, они ничего не маскируют, конечно, я бы сказала. Так что лучше брать матирующие для моего подростка. Ну, себе я, да, взяла сияющий, надо его откупорить, потестить. Двухсторонняя кисть для теней 175. Блин, я брала тогда, по-моему, за 135 их. Тушь с эффектом... Ага, гипнотик 239 тоже. Но ее надо расписать, эту тушь. Немножко жидковатая, ну, как все свежие туши. А потом нормально рисуют, классные реснички получаются. 239 рублей. SE Swedish Experience, парфюмерная вода, 75 миллилитров. Красивый, достойный флакон, тяжелый вот этот шар со срезом. И там эти растения, которые входят в состав аромата, нарисованные, наштампованные, отпечатанные. 1119, но он, конечно, на любителя. Вот по осени на улицу я его только могу наносить, и у меня в пробничке. Ну, уже привыкла к нему, уже сроднилась, породнились мы. Вот был бы подешевле, он очень своеобразный, поэтому я думаю, может быть, он будет когда-нибудь в скидке в хорошей. Sweet Dolce de Leche. Это сладкий аромат. Там и карамель, и все такое намешано. Мармелад из розы, по-моему, еще там еще что-то. В общем, понюхала я его тоже в пробнике на офисе. Такой, вы знаете, спокойный аромат. Да, гурманские нотки присутствуют, но в нем нет какого-то бешенства и приторности.
А Nordic Water – это такой лимончик. Вот пахнет вот такой вот, как кинзо мужское, примерно так пахнет женское. Тоже с этим лимончиком, как у кинзо, только поженственней такой, немножечко так помягче. Интересный аромат. И цитрусы молодят любую женщину, если кто носит, как, господи, маскина фани, это убирает возраст, вот он как вуаль такой, молодит женщину, девушку, бабушку. Антивозрастная тональная основа, тоже моя любимая, стойки не люблю. Я люблю, чтобы лицо сияло. Всегда это любила, не люблю я матовые лица, или мне не идет. Тоже в отличной скидке, 479 рублей. Румяна, это я не знаю, надо спросить у соседки, будет она брать или не будет. И если вы там набираете, по-моему, на 1000 рублей, вот Джорданки идет, 295 рублей. И парфюмерная вода, ага, по 2000 она выходит, Good as Gold. Блин, дорого, да? И вот, если вы регистрируетесь в качестве новичка, селфи-кольцо для смартфона в подарок. Что еще у нас тут новенького? Адвент-календарь. Потом смотрите цены на SkinPro. Это он вибрирует, как Skin Pro Sonic ультразвук. Вот, 1679, да? Вы вот эту железную металлическую насадку одеваете, и вон там еще кружочек, это белая такая, с пальчиками очищать, тоже отшелушивать. Он ультразвуком отлично вычищает кожу. Ой, лучше регистрируйтесь, вот здесь вот полистаете, классные крема для ног. Угу. Вот бы миллион кто-то дал, да? Ты мне листать не хочет, что такое? Стал стопориться он почему-то. Не листается. Вверх-вниз. Так, батончики, керамосайт. Ага. Условия акции выполнены. Wellness Pack можно купить. Это здесь три составляющих. Так. Долго тут листать. Да что ж такое? Ну, ладненько, не листается. Так что переходите по ссылочке в описании. И регистрируйтесь, набирайте себе, это ни к чему не обязывает. Хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Хотите, через год покупаете, грубо выражаясь. Или вас через год просто детерминируют, и все. Можете потом заново регистрироваться, снова. Просто заводите снова свои данные. Все, ссылочку оставляю. Пока-пока.